Ребята, я хотел бы вам сказать то, что новая серия Pixelmon выйдет только тогда, когда вот это наберет 500 лайков. Когда это будет завтра, сегодня, через пару минут, или даже может через 2 недели, зависит только от вас. Если хотите видеть новую серию Pixelmon как можно скорее, просто поставьте лайк. На предыдущей серии мы набрали нормальное количество лайков, поэтому эта серия вышла, получается так. Но следующая выйдет только тогда, когда вот это наберет 500 лайков. Надеюсь на ваше понимание, на вашу поддержку и... Всем приятного просмотра, не забываем поставить лайк. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon, и добро пожаловать в нашу очередную серию, где мы будем стараться как можно быстрее закончить вот этот сезон. Эта вещичка еще до сих пор тут валяется нафиг. Сейчас мы как раз пойдем и как можно быстрее поубиваем вот этих басяндр, потому что экспешер вот тут. А, хотя нет, я не знаю, честно, на кого лучше экспешер одеть, мне кажется, лучше ни на кого, потому что если мы убьем босса, то мы, наверное, скорее всего, просто-напросто перекачаем покемонов, поэтому лучше, ребята, не рисковать. Так, 3 вещички, знаете что, перед тем, как куда-то бежать, давайте мы выкинем вот эти все вещи, 1, 2... допустим, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10. Ребята, тут уже до одного места вот это все. Я думаю, вы понимаете, потому что, в принципе, до конца сезона осталось 4 дня в какой-то степени. То есть, можно сказать, что 4 серии, да? Если считать вот эту серию, то можно сказать, что осталось 4. Ух, я лучше не буду так прокачивать. Давайте-ка... сколько осталось? 8, да? 8, 8, 8, 8. Давайте лучше вот так, чтобы не перекачать. Так, быстренько. Вот, еще раз. 7. 6. Замечательно. 7, 6. Сейчас, ребята, вот так. И давайте убьем какую Блисси. Ну, давайте вот эту. 6, да, ребята? Чтобы не забыть. 6. 5. 4. Да пофиг, пофиг, пофиг. Тут уже 4 Блисси. Это сюда. 3. Чтобы, знаете, на начале серии как можно быстрее вот это все... сделать 3-1 и вот это последнее Блисси, чтобы потом даже к этому не возвращаться. Вот, ребята, мы не успели начать новую серию, как мы уже прокачали 2 покемонов. Но, наверное, лучше было все-таки с Клефы начинать, потому что, ребята, Клефа сейчас такая, то, что ее, в принципе, нужно прокачать к 50 уровню как можно быстрее. Не к 50, а к 40, да, уровню как можно быстрее. И она уже, наконец-то, эволюционирует. Так, давайте это сюда, вот так. Замечательно. Давайте посмотрим нашу Клефу. Я там вижу, ребята, босса, я там вижу, ребята, Шайни. Но Шайни это... Ух ты, ни хрена себе. Еще и зубат. Гулбат, точнее. Я не знаю, честно, ребята, в этой серии мы будем заменять покемонов, поэтому можно даже попробовать, конечно, вряд ли мы его словим, мне так кажется, мастер бог, хотя, сейчас постараемся. Мы и так, ребята, сейчас будем заменять, то есть мы будем отдавать всех покемонов, которые у нас есть, обычные, да, и будем их заменять на шайни. И, да, кстати, мы словили кюбона, это очень круто. Ага, это я тут песок копал, знаете, такой сижу и думаю, ни хрена себе, откуда тут такая... Там босс, твою мать, не успел остановиться. Такой думаю, откуда там нахрен такая ямища большая получилась? Это, оказывается, я там копал песок, да, на вот это стекло, все и остальное. Фу, ну, Клефу, Черизарда, Зоарка. Короче, ребята, еще осталось 3 покемона прокачать за 4 серии, да? Так, сейчас. Это можно вот сюда. Ой, сейчас. Это, в принципе, сюда, да? Нет, это сюда. Ага, Кибона мы взяли. Замечательно. Ребята, давайте будем удалять и брать тех, кто нам нужен. Я прошу прощения за то, что в этой серии нету вебки, ребята. Ну, честное слово, ну прям у меня что-то так башка сейчас трещит, что это просто-напросто можно сойти с ума. Я сижу такую усталой ночью, поэтому, ребята, я прошу прощения то, что сейчас вебочки не будет, но я надеюсь, вы не будете расстраивайтесь и поставите за это лайк, хоть и вебки нету, но я, ребята, буду очень благодарен, если вы мне поставите лайк. Лайки всегда мотивируют. Чем больше лайков мы набираем, тем быстрее выходит новая серия. И в новом сезоне это, к сожалению, будет так. Серии не будут выходить каждый день. Серии будут выходить тогда, когда вы будете решать. Но для новой серии нужно будет 1000 лайков. 1000 лайков это много, конечно, но, ребята,
Это шестой сезон Покемона. В третьем, четвертом сезоне больше лайков набиралось, чем сейчас. Я не вижу смысла дальше прогрессировать Пиксельмон, если он вам просто-напросто разонравливается. Поэтому, ребята, седьмой сезон будет тогда, когда мы наберем 2000 лайков на последней серии этого сезона. А потом каждое новое видео на новой версии Пиксельмона, на новой версии Майнкрафта 1.8.0, мы будем выпускать новое видео только тогда, когда предыдущие серии будут набирать 1000 лайков и сразу же будут выходить новые серии. Когда это будет, ребята, будет зависеть только от вас. Поэтому, ребята, смотрите, хотите новые серии, то ставьте лайки и сейчас. Чем больше лайков мы наберем, тем быстрее выйдет новая серия, тем быстрее мы закончим сезон. И также в новом сезоне точно так же будет. Чем больше лайков мы наберем или набираем 1000 лайков, и сразу же выходит новая серия, ребята. Ну что, Blastoise 40 уровень нам нужен. Шайни, да, мы удаляем Шайни из Сквиртла, удаляем 40 уровня Blastoise. Poke Give Blastoise Shiny Level 40. Замечательно. Сейчас Додуо удаляем. Удаляем Додрио. И выдаем себе Покегив. Додрио Шайни Левел 40. Вот так, ребята. Смотрим, кого мы заменили. Шайни Блайз. То есть такой зелененький цвет поноса. Можно и так сказать. И розовенький, да, прям сочетание охренеть. И Додрио, ребята. Такой, во, вот этот цвет поноса. Вот это прям точка в точку цвет поноса. Ну ладно, какой цвет, такой цвет. Мы ничего не можем сделать. Это сюда. И Додрио у нас идет в пятую ячейку, да. Дальше, ребята, топаем дальше, конечно же. Свадлона мы берем. И Свадлон это кто? Это у нас Лиаванни, да? Как я знаю. Лиаванни, вроде да. Если я не ошибаюсь. Извиняюсь, ребята, если я ошибся, но все же прошу прощения за это. Дивгонг. У нас должен быть Дивгонг 1000000%. Вот он, да. Ну что, ребята, удаляем Лиаванни, удаляем Свадлона, удаляем Дивгонга. Сразу вот этих всех покемонов мы удаляем и берем себе. Окей. Это замена серии, я уже говорил, мы планировали давно, что в этой серии мы будем заменять покемонов. Лиаванни, Шайни, левел 40. И Дивгонг, Шайни, левел 40. Смотрим, ребята, и выкладываем. Лиаванни, 40 уровень Шайни, и также Дивгонг, Шайни, 40 уровень. Выставляем, выкладываем точнее. Это сюда, дальше, ребята. Ух, я там вижу, у кого-то там чешется прям, что он прям хочет на нас напасть. Ну ладно, нападай. Так, кого нам нужно взять? Нам нужно взять яички, ребята, кричите, если увидите яички, точнее уже эволюцию яичек, потому что я не представляю, где они находятся. Нам нужно экзегьютора. А где он находится? Хоть убейте, ребята, сейчас не увижу и не вспомню. Ребята, честное слово, я не вижу. MC-код. А, мне кажется, наверное, давайте еще вот этого возьмем. А, мне кажется, наверное, в предыдущих где-то вот тут и Кьюбона возьмем. Ребята, вы видите яички? В третий, значит, вряд ли. Сейчас, ребята, я просто ищу, честное слово, я не вижу. Яички. А, вот он. Ага, значит, экзекьютора удаляем. Экзекьюта удаляем. Ага, и берем себе Поке. Так, сейчас. Поке гив экзекьютор Шайни левел 40. Замечательно. Дальше. Удаляем Сирвайна и удаляем Серпериора. Ух, ребята, чувствую сейчас офигеть, сколько у нас Серпериор Шайни левел 40. 1300, твою мать, Райкваза. Пожалуйста, сделай нам подарочек. Да ты что, что это за хрень? Ага, это я случайно на нумслок нажал. И не могу сейчас вводить цифры вот так. Вряд ли, конечно, да. Но все же попытка не пытка, ребята. Можем всегда попробовать. Вдруг такая же хрень произойдет, как у нас была с Селеби, да? Когда Селеби вообще не хотела вылазить. А потом мы пришли и прям пух нахрен. В одну секунду сразу две Селеби вылезла, кто помнит. Но вряд ли такое опять произойдет. И плюс к тому с Райквазой. Райкваза это еще та зараза, которая, ну, никогда не вылезет, грубо говоря.
Поэтому, ладно, идем. Ребят, да просто уже выдадим себе потом Райквазу. Ой, куда это я вообще трахнулся? Просто потом себе выдадим Райквазу в последней серии, да, чтобы даже не париться. Блисси. Ну, давайте еще убьем Блисси, значит, в следующей серии убьем на одну Блисси меньше. Это, ребята, нужно, честное слово, это нужно, потому что, ну, Блисси босс, это... Это очень круто. Так. Сейчас. Я не знаю, честно, ребята, вот, ну, прям, скажу вам честно... Я вообще не знаю, что будет в предыдущем в следующем сезоне, нафиг, мы что, в прошлое отправимся? Я не знаю, ребята, что будет в следующем сезоне, честное слово, ребята, я вообще не знаю. Будем ли мы делать продавцов, будем ли мы делать качалку, будем ли мы какие-то телепорты делать, как мы делали это в предыдущем сезоне, или будем мы еще что-то делать. Ребята, честное слово, но просто я не знаю. Я не знаю, будет ли вообще новый сезон Пиксельмона, потому что как бы это решаете вы, да, если на последней серии мы набираем 2000 лайков, то я, как бы, знаете, набираем 2000 лайков на следующем... Ну, не на следующем, а на последнем видео этого сезона, да, где будет написано, как бы, конец сезона, последнее видео. Мы набираем 2000 лайков. Я вижу, что вам хочется покемон. Если мы набираем там 700, 800, 900 лайков, я откладываю покемон на... Пиксельмон, точнее, на неопределенный срок, потому что вижу, что Пиксельмон вам уже надоел. Но... 45 уровень. Но если я вижу, что мы набрали 2 куска лайков, да... то я, ребята, сразу понимаю. Ага, то есть вот мы набрали 2000 лайков. Это очень круто. Я вижу, что вам нравится Пиксельмон. И мы продолжаем его... Как бы не продолжаем его, а... Ну, наверное, будем начинать как бы новый сезон, да? То есть я начинаю разработку сборки. И когда мы на этом видео набираем еще 1000 лайков, то есть 3000 лайков, то выходит... новая серия нового сезона. То есть, ребята, смотрите, как у нас получится. Я немного отдохну от Пиксельмона. Ребята, я 2 года хреначу только Пиксельмон. У нас 5-й сезон. Я целыми сутками хреначу, качаю. Мы ловим, качаем, ловим, качаем, ловим, качаем, ловим, качаем, заканчиваем сезон, начинаем новый сезон, ловим, качаем, ловим, качаем, ловим, качаем, заканчиваем сезон, начинаем новый сезон, и так уже нахрен длится протяжении 2 лет. Ребята, честное слово, я уже немного приустал от Пиксельмонов, да я думаю, что и вы приустали от Пиксельмонов. Поэтому мы сделаем такой небольшой перерыв, но насколько будет длиться этот перерыв, ребята, зависит только от вас. Набираем 2000 лайков, я вижу, ага, ну, значит, люди все-таки еще не устали от Пиксельмона. Люди хотят новый сезон, я тоже их не буду огорчать. Начинаем новый сезон. Я разрабатываю новую сборочку. Когда на этом видео набирается 3000 лайков, в тот же день выходит новая серия. Когда это будет, через неделю, через месяц или еще когда-то, зависит, сколько вы времени мне позволите отдыхать. То есть, сколько времени мы будем набирать эти 3000 лайков. Ребята, просите друзей, создавайте аккаунты, где-то еще репостите вот это видео и просите поставить лайк, чтобы там набралось 3000 лайков. И как только это наберется, мы ставим сезон. Ребята, я еще раз говорю, я не выпрашиваю лайки, это поймите. За лайки я не получаю ни копейки. Как бывает, может, вы видели, да, тоже где-то у кого-то в комментариях, что, мол, люди говорят, фу, выпрашивает лайки, отписка, там, знаете, мы ставим лайки, он на этом кучу бабла нагребает, ни хрена себе, еще одна Блисси. Ребята, я за лайки не получаю ни копейки. Хоть там миллиард лайков будет, я не получу ни копейки. Вот я прям вам серьезно говорю. Лайки, чтобы ты поднялся в топ. Чтобы твое видео было выше в топе. Это во-первых. А во-вторых, чтобы человек увидел мотивацию своих подписчиков. То есть, если я вижу 2 куска лайков. Ага, люди хотят новый сезон. Как я еще раз повторюсь. Люди хотят новый сезон. Классно, все, я начинаю разработку нового сезона. Как только я закончил разрабатывать новую сборочку. И может даже сразу же залью сборочку, чтобы вы смогли ее скачать. Да, потому что многие будут хотеть новую сборку нового сезона. И после этого, когда на этом видео наберется еще плюс 1000 лайков, то есть в сумме 3000 лайков, в тот же день, как только набирается на том видео 3000 лайков, на последней серии этого сезона набирается 3000 лайков, сразу же, ребята, еще раз повторюсь, сразу же, в тот же день, можно сказать, как только мы набираем 3000 лайков, сразу же выходит новая серия Пиксельмон нового сезона. И потом...
каждая новая серия будет выходить независимо через минуту после предыдущей вышедшей серии или через неделю, зависит только от вас. Если мы на видео набираем 1000 лайков, в ту же, ребят, повторяюсь, в ту же секунду, ну как, в ту же секунду я не смогу, потому что я не робот, да, я не могу сидеть целыми секундами там и проверять, не набралось ли там 1000 лайков. Как я увижу, что набралось 1000 лайков, в ту же минуту или в те же там пару минут выходит новая серия, потому что я замечу, что набралось 1000 лайков. Ребят, это такая небольшая информация о новом сезоне, да, чтобы вы знали, что вас ждет, как будут выходить новые серии и выйдет ли вообще новый сезон. И вы меня, ребята, тоже поймите правильно, что эти 3000 лайков я не делаю просто так, то есть, что вот нужно набрать 3000, мы тут не купались, что нужно, что как бы нужно набрать 3000 лайков, да, и мы это долго будем набирать, и как бы, Эдисон, нифига себе, 3 куска лайков, да. Но, ребята, это же финальное видео, то есть будет время набрать, может, эти 3000 лайков, то есть... Охренеть, что меня залагало, я не представляю, что это было. Наверное, уже на Пиксельмон намекает, что пора заканчивать и серию, и сезон. Уже лаги начинаются. И поэтому, ребята, чтобы вы мне хотя бы, сколько мы там будем набирать лайки, зависит от вас. Если месяц, то чтобы вы мне хотя бы дали месяц, чтобы я спокойно отдохнул от Пиксельмона, и потом с новыми силами, когда я уже по нему заскучусь, пока мы будем набирать 3000 лайков, чтобы я наконец-то вернулся, и с новыми силами мы продолжили новый сезон Пиксельмона. Я думаю, ребята, вы меня поняли, то есть я не выпрашиваю лайки, я делаю это для мотивации, чтобы я увидел, готовы ли вы для нового сезона и готовы ли вы, то есть когда вы хотите, чтобы мы его начали. Ребята, честное слово, я извиняюсь за то, что в этой серии мы сейчас просто-напросто сидим вот тут дома, ничего не делаем, но, ребята, это для этого сделано, чтобы я вам объяснил, что и как будет, и будет ли вообще новый сезон. И, в принципе, это такая информационная серия, где мы просто-напросто что-то обсуждаем, потому что серия еще будет, чуть-чуть длиться, а мы уже свои планы на эту серию, можно сказать, до конца выполнили. В следующей серии, я не знаю, мы, наверное, докачаем, еще что-то сделаем, потом в следующей серии мы очистим музей и объявим победителя или победителей игры «Остаться в живых», да, кто там же остался в этом музее, кто-то там остался еще, кто-то еще там комментирует или нет, ребята, мы это потом посмотрим, и потом в 125 серии будет итоги сезона, мы будем все показывать, что мы построили, что мы сделали, и вообще будем подводить итоги, ребята, поэтому... О, вот так круто. Поэтому, ребята, готовьтесь, что через пару дней у нас заканчивается этот сезон и начинается, во-первых, начинается новый сезон, там, да, с Тропикрафт, там, с модом на кулинарию, где я буду. Ребята, не путайте, потому что многие люди там говорят, просто многие люди в предыдущем видео подумали то, что я говорю о моде Пиксельмон, да, то есть я говорил, что, ага, вот нахрен почему меня лагает, твою мать. Многие люди подумали то, что я говорю о моде Пиксельмон, да, то есть, ух, ребята, скажите мне, какие моды добавлять в новый дополнительный сезон. А многие люди подумали, что я говорю о моде Пиксельмон, и они мне начали советовать моды, которые я должен добавить в следующий сезон Пиксельмона. То есть многие там начали говорить, Divine RPG добавляет Таумкрафт, и писали многие, да, ух, мне интересно, как будет сочетаться вообще Таумкрафт и с Майнкрафтом. Ребята, это я не говорил о Пиксельмон сезоне, это я говорил о новом сезоне дополнительном, где мы будем выполнять заказы подписчиков, где мы будем кулинарить, где мы будем шеф-поварить, да, где мы будем выполнять заказы подписчиков и делать им блюда, которые они закажут. Также в честь лета мы установим мод Тропикрафт, где мы будем находиться в тропиках, и в честь начала лета мы будем там отдыхать с пиной колада и лежать на лежаке и просто-напросто пялиться на солнце и любоваться пальмами, да, и просто-напросто тешиться тем, что наступило лето. Это как бы, ребята, дополнительный сезон. Вы не думайте, что я говорил о Пиксельмоне, да, там многие мне начали советовать, Эдисон, добавь там данжи, добавь там кучу Таумкрафта, Divine RPG, добави, и мне интересно, как вообще это будет выглядеть. И многие подумали, что я говорю о новом сезоне Пиксельмон с Таумкрафтом, с Divine RPG. Это вообще, ребята, сумасшедший дом. Как вы вообще вот это себе представляете? То есть нахрен. О, какой миленький экзекьютор. О, Муси-Пуси, какой миленький покемончик. Ладно, выходим из дома. Ух, да, гигантский орк километром в высоту с 5000 жизней. Хреначит нам дубиной по голове, мы умираем с одного удара. Все, готово. Это Divine RPG. Вы так хотите, чтобы это было? Я, если честно, нет. Поэтому тоже это бред какой-то. Ну да ладно, ребята, давайте уже
Уже серия подходит к концу, давайте как можно быстренько мы это все закончим. Мы выкладываем Shiny Exeggutor, Эволюция Яичек, Shiny Serperior, это тоже очень круто, Shiny Tentacruel и Shiny Marowak. Marowak. Так, это давайте сюда, так, это сюда, где у нас тут еще это сюда. Ребят, видите, что все у нас уже практически, тут у нас больше никого нету. Вот тут Вульпикс остался. Этих еще прокачать нужно будет. И Сайтер остался. Ну что, ребята, Вульпикса и Сайтера мы удаляем. Фух. Да. Сезончик подходит, ребята, к концу. Пятый сезон, это капут. Кого? Вульпикс, да. Ага, Ninetales. Ninetales, Shiny, level 40 и... Сизо Шайни левел 40. Все, ребята, там еще одна. А, нет, я думал, это еще одна Блисси. А, так, нет, не Мьюту. Ninetales Шайни. Давайте дома посмотрим, это там ни хрена не видно. Ninetales Шайни. Сизор тоже Шайни. И вот этих двух покемонов мы, ребята, выкладываем в компьютер. Так, где они? Ага, это можно вот сюда. Это можно вот сюда. И все, ребята, остались вот эти, и тут Мью. Все, это все покемоны, которые у нас остались. Прокачать 4 уровня Чаризарду, прокачать 3... Сейчас. А прокачать 4 уровня Чаризарду, прокачать 3 уровня Зорарку, прокачать 1 уровень Клифейри и эволюционировать ее с Мунстоном в Клифабла. И, в принципе, на этом, ребята, все. Это мы как раз делаем в следующей серии, и это не займет много времени, ребята. Ну и все, на этом мы уже будем и заканчивать сезон, я так думаю. Больше там делать нечего. И плюс к тому, как я делал обзоры на новые версии модов, там можно заметить, что, во-первых, добавилась куча новых аксессуаров. Твою мать, вот нахрен вот это выкинул, сейчас вернулся на то же место. О, хлебушек случайно выкинул и поднял вот это все заново. Там добавилась новая куча всяких украшений, там даже стулы добавились, или что это, да, кресло, где можно на них сесть, да, прям взять и сесть на вот эти кресла, или что это охрененно, если честно. Всякие там зонтики добавились, ну, короче, всякие аксессуары, это, если честно, очень круто, даже пиксельмоновские броньки добавились, пиксельмоновские... вот эти, как их там, мечи даже добавились, пиксельмоновские руды добавились. Если, ребята, вы не видели обзор новых версий пиксельмона, которые я проводил, то, ребята, зайдите в описание и перейдите по ссылочке, я там оставлю для вас специально ссылочку, где вы можете посмотреть новые версии мода и просто-напросто оценить их, да, и оставить свое мнение в комментариях и сказать, что вы думаете по этому поводу, по поводу новых версий и будет ли крутой сезон с этими версиями, ну, в новом сезоне, да, можно и так сказать. Скажите, ребята. И, в принципе, там даже покемонов около 20 новых добавилось, даже новая легенда добавилась. В принципе, там, ну, намного лучше будет. То есть, вроде текстурки там покемонов некоторые обновили, что-то поправили, что-то изменили. И поэтому, ребята, мне кажется, что будет круто. На этом мы заканчиваем эту серию прямо вот тут. Тут освещенная такая местность. Сейчас, ребята, что тут у нас... вот, охренеть, как я открыл. Смотри, сколько у нас тут еще еды. Я забыл, что у нас тут есть. Ну ладно, ребята. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Чем больше лайков мы наберем, тем быстрее выйдет новая серия. Ребята, не забывайте про это. Также вступайте в нашу банду крутых перцев. Вы знаете, что писать в комментариях. Я надеюсь, что вы знаете, да, ребята. И действительно, на этом мы уже заканчиваем. Еще раз ставьте лайки. Если вам понравилось видео, пишите в комментарии свои идеи по поводу нового сезона Pixelmon и по поводу нового дополнительного сезона. Не путайте эти два сезона. Какие моды вы бы хотели увидеть, чтобы я добавил в эти два новых сезона? Пишите любые свои пожелания, критику или предложения. Ребята, я буду рад любому вашему комментарию. Я еще раз повторяюсь, я читаю каждый ваш комментарий. И я очень рад, когда их много. И я также стараюсь ответить на каждый из них. Поэтому, ребята, не стесняйтесь, возьмите все свое мужество.
ваши руки и просто-напросто не стесняйтесь и пишите, что вы хотите в комментарии, я буду рад их очень прочитать. Ребята, на этом мы заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал еще раз. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.